Итак, всем привет! Начало фарма. Начало фарма буквально, видите, осталось 4 часа, значит будет 2 больших охоты. За эти 2 больших охоты мы будем тратить, ребята, 384 мутагена. В общем, очень классненько. Плюс ко всему этому, сейчас буду открывать коробочки на заднем фоне. Давайте посмотрим, сколько же мы набьем. И, конечно же, будем в конце открывать все ключи. Сейчас у нас по ключам, ребят, 8 на 20. Посмотрим, сколько будет в конце. Поехали. И закончилась вся радость. Итак, полночь. Я занял 54 место. 183 вождя, короче, зафигачил. Но радость не в этом. Я хотел бы вам показать немножко и сравнить, почему я всех отговариваю идти в Алмазку. Давайте пройдемся. Итак, рейтинги, ребята. События буквально прошедшие только что сейчас. Вот показываю. 54 место. У нас, чтобы попасть, ребята, в топ-50, хотя бы в топ-50, надо 119 миллионов. На топовом месте у нас здесь бумтрек, конечно же, с 4 лярдами, ребята. Ну, то есть, понимаете, да, сколько надо бить и набивать. Давайте перейдем в платину. Ну, здесь тоже цифры очень огромные, как бы ничего не имею против. Но, ребята, смотрите, сколько надо набить всего на 50 мест. Всего на 50 мест 29 миллионов. Это, если честно, это прямо очень смешно. Золотую лигу давайте посмотрим. Здесь тоже цены, конечно, не такие, но здесь 27. В серебряной лиге, конечно же, ребята, буквально 28. В бронзовой на 50-ю, ребята, 47. Что как бы говорит о том, что с 10 по 14 очень много сильных игроков. Самая напряжная, так как я понял, это деревянная лига. В деревянной лиге, ребята, это 110. 110 это прям большая катастрофа. Почти так же, как Алмазка у нас, так же и там. Но здесь, конечно, суммы просто катастрофические. Но вы здесь не за этим. Итак, по истечении всего времени, как вы видели, да, я набивал. У меня получилось, ребята, 40 на 13. В общем, вот так вот получилось. Итак, здесь у нас в колесе, ребята, 113. В общем, сложности. Итак, мы потихоньку будем открываться. 45 ключиков. 45. Как я уже и говорил, самый лучший дроп, ребята, серебряных ключей, это примерно 650 или 700. Где-то так. Так что посмотрим, как у нас пойдет. Может, звездочки даже капать будут. Но я думаю, что меня сейчас киданет через плечо. Ну, хотя бы вот по 200 бы сыпало, было бы прям идеальненько. 85. 75. Какая печаль. Какая печаль печальная просто. О, 250 есть. 80. 175. Еще 26. 230. О, 560. Отлично. Один, ребят, один только. Пока только один выпал более-менее адекватный. Но зато по 200 выпало, ну, уже несколько раз прям хорошо выпало. Вот еще 200-ничек. Ну, хоть один-то будет топовый, типа 750, там, 10 тысяч, 170, 230 еще, 260, 175, нормально, еще 200,
Еще десяточек, ребята, еще десяточек. 225. Не, реально, топовых ребят нету. То есть, ну, вообще это... 750, 600 нету. Один выпал с 500-ником. Всего один. Представьте, насколько ужасно, ну, отвратительный дроп. Три. О! Выпал таки. Выпал, сука, выпал один. Вот я говорю, ребят, топовый это 700-ник. Это прям, ну, реально, это топовый дроп. И последний. 65. Очень неприятно. Очень, очень-очень неприятно. Хотелось бы прям, чтобы было приятно. Ну ладно, а этих у нас совсем мало. 13 ключей. И давайте смотреть, короче. С этих топовый дроп, как вы видели, да, максимальный там 9 тысяч, да, 13 тысяч. Но, блин, средний, короче, должен быть примерно в районе 500-ника. Но хотя, судя по моей удаче, наверное, опять будет то же самое. Ринги он зато сыпет. Целую гору рингов. О, 1000. Ну, хоть один. 180. 175. И что, и в этот раз меня тоже через плечо киданешь, что ли? А? Ёпонский ты за ногу. Походу, отда. Походу, меня киданет опять. Блин, ё-мо... А, нет! Есть, блядь, 3600! Ну хотя бы, блин! Фу, я думал, просто зазря все фармил. Сука, я думал, просто зазря все фармил. Хорошо, прям вообще красава. Ну, неплохо. Неплохо, неплохо. Можно сказать, прям хорошо. Ну что ж, 127... Ну, а вам судить, ребята, стоит ли, короче, фарм того или не стоит. Реально, я сильно запариваюсь обычно на дрожжи. Но 127, ну, думаю, нехило, конечно. Ну, нормально выпало. Чё, блин, ну, два ящика, причем нормальных, и несколько мелких выпало. Ну, а так, ребят, 515 боев. Сверху еще энергетиков. Я сейчас еще буду мандарины добивать. То есть 4300 мандаринов это на следующую акцию. Ну, то есть все сейчас уйдет. Все будет там тратиться. Я сейчас еще понабиваю это все. А так, ну, классно, конечно. Вы знаете, что я дрожь люблю фармить. Она самая простейшая. На нее не надо затрачиваться. Ничего не надо делать. Но хотя бы где-то повезло. Хотя бы чем-то. Ну, я сейчас думаю, что появятся новые скрины. Появится что-то интересное по поводу того, кто сколько вытащил. Но... Если у вас что-то интересное, обязательно присылайте мне или пишите в комментариях, как у вас по топовому дропу золотых ключей. Хочу все-таки я найти самое максимальное количество, сколько выпадало у нас с одного ключа. Просто очень интересно. Ладно, всем счастливо, с вас лайк обязательно за 3000. Это надо отметить.